еще спросили, что какой-то вор каждые 5 минут подчеркивал, что он вор. Ну, есть люди очень слабые по своей сути. Им надо все время доказывать кому-то, что он что-то стоит. Я такое встречал. Даже мы с медвежонком переписывались с Гомельским. Он пишет личные малявы, в личной маляве пишет вор-медвежонок. Я ему говорю, зачем ты это делаешь? Я пишу просто Валера, мы же личная переписка, это же не официально малява, что ее надо подписывать. А в личном общении, а ты пишешь вор-медвежонок, зачем? Он, ну, понимаешь тут, а он на самом деле за них просто тут развил кушнем такую херню, что они неправильные, они плохие воры, и за них пошло такой базар, сразу был, что они не воры, и всякой грязью поливали. И поэтому человек как бы хочет подчеркнуть, это ничего здесь нет, ну просто в личной переписке я ж не буду маме писать письмо и подписываться Word, бля, валет, это хуйня, мне ж мама не поймет никогда. И поэтому в личной переписке, короче, эти вещи не допускаются, они не делаются, все проще. А когда официоз идет, малява, за кого-то ты пишешь информацию, какую-то даешь людям, и здесь можешь подписаться. Ну и то, это когда меня знают, я пишу им, пацаны меня знают, я с ними общаюсь, я нигде не подчеркиваю, они без этого знают, кто с ними общается и кто к ним обращается. Вот такие дела.